Иранский певец Мансур Джафари выступит в Душанбе. В Душанбе этим летом приезжают звезды мировой величины. Специальный гость Мансур Джафари выступит на летнем фестивале. Мансур Джафари Мамагани – персидский и американский певец, композитор, актер и модельер. Мансур Джафари Мамагани родился 8 июля 1971 года в Тегеране. Первый альбом певец выпустил в 1996 году. Летний фестиваль Душанбе пройдет 17-18 августа в столичном государственном учреждении Наврузбог. В ходе мероприятия откроются выставки народных ремесел, кулинарного искусства, а также пройдут концерты с участием известных артистов. خورشیدم از این که طلوع کرده پشیمونه واسه آرامشت گفتم به بارون.